Для того, чтобы поменять на инжекторной десятке топливный фильтр, опять же, залазим в яму или поднимаем на подъемнике и смотрим как раз в районе задней балки перед баком висит на кронштейне фильтр. Отстегиваем, как видим, справа и слева защелки пластиковые и раскручиваем хомут. Раскручиваем, снимаем, старый выбрасываем, обязательно смотрим, запоминаем направление, на самом фильтре есть направление, и ставим по направлению, чтобы жидкость бака и шла через него и пошла к рампе. Так что на десятке поменять топливный фильтр ничего сложного нет.